Люк приехал домой, убил жену и сына, после чего покинул город и покончил с собой. Люк был моим другом, он бы этого не сделал. Сынок, ты солгал тогда. Люк тоже солгал. В тот день, когда утонула та бедная девочка. Элли. То есть 20 лет назад погибла ваша с Люком подруга и обвинили тебя? Это был несчастный случай. Я не имею к этому отношения. Да ладно. Думаешь, раз стал федералом, сможешь меня в этом путать? Где ты была в тот вечер? Зачем мне врать? В каких отношениях ты была с Люком? Обещаю, я скоро вернусь.